По итогам второго этапа конкурса более 20 некоммерческих организаций из Якутии получили гранты президента России. Почти 100 заявок от Якутии было подано, из них 24 общественных организаций стали победителями. Для реализации проектов им направлено свыше 32 миллионов рублей. Отмечу, что среди победителей конкурса некоторые общественные организации уже второй раз получают федеральную поддержку. А всего в этом году по итогам двух этапов 34 некоммерческие организации Якутии стали обладателями президентских грантов. Надо сказать, что весьма широкий спектр направлений проектов. Это и как юридическая, правовая помощь населению при работе с общественными объединениями. Это и спортивное направление, создание спортивных площадок. Это и экологическое направление. И уже в 2018 году начнется новый цикл конкурса проектов на соискание гранта президента России. И надеюсь, что вот наша положительная возрастающая динамика сохранится. И с каждым годом мы будем иметь все больше участников.